Уважаемые телезрители, мастер спорта России Владимир Муран выполняет упражнение «Жим на брусьях». Обратите внимание на идеальную технику атлета. Для того, чтобы сделать с такой же техникой, как Владимир, необходимы годы усердных тренировок. Несмотря на то, что спортсмен выполняет упражнение более чем полминуты, его дыхание до сих пор не сбилось, и он выполняет его в таком же высоком темпе. Раз. Новый мировой рекорд личный.